Количество преступлений снизилось на Камчатке. Как рассказали в краевой прокуратуре, с начала года их стало меньше почти на 10%. За январь-февраль в регионе совершили около 830 преступлений. Больше всего их традиционно в Петропавловске. Зафиксировано более 200 краж, из них с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 40. Произошло более 300 мошенничеств, почти 200 преступлений совершили в общественных местах и 123 на улицах. При координирующей роли прокуроров в крае раскрыто 474 преступления. При этом убийств с покушениями, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований с покушениями 100%.